Дорогие соотечественники, чтобы защититься от коронавирусов, необходимо в первую очередь это спокойствие людей, не впадать в панику, не выезжать в зарубежные поездки, ходить в гости, но по возможности, конечно, нужно сохранить посещение многолюдных мест, как рынки, вокзалы, аэропорта, крупные магазины. Следующее, то, что нужно сделать, это часто и тщательно нужно мыть руки в проточной воде и с мылом. Мытье руки должно быть до, во время и после приготовления пищи, перед едой, после использования туалета или в контакте, после контакта с животными. А также необходимо использовать антисептические средства на спиртовом основе для рук. Дети должны находиться постоянно под присмотром родителей. Частое проветривание комнат, кабинетов, проведение влажных уборок с применением дезинфицирующих средств. Нужно постоянно вытирать пыль, или же также нужно постоянно вытирать пыль с применением дезинфицирующих средств часто прикасающих местах. Это может быть двери, это может быть телефоны наши постоянно, которые мы используем. Если будем говорить о пищевой безопасности, то при помощи приготовления пищи используются отдельные дощечки, ножи используются отдельные. Дальше, после каждого прикосновения сырой мясе нужно постоянно мыть руки. Еще хочется сказать, что мясо термически плохо обработанное использовать нельзя. Сделать заключение, что если появятся какие-то первичные симптомы простудных заболеваний, то желательно больной должен остаться на дому и срочно надо обратиться к врачу. И когда идет контакт с больным, то обязательно у больного должна быть восьмислойная повязка должна быть. Я думаю, что наша страна победит эту инфекцию.